Ребят, если не получается, допустим, развернуть через ремикс, то отчаиваться не надо. Можно либо пользоваться онлайн, но еще есть такая вещь, как вот мы видим ганаш, трюфель, да? То есть локально. Я хочу, чтобы вы меня услышали и не пугались. Есть такой фреймворк трюфель. И, как мы видим, здесь есть... Я не вижу сейчас, но здесь есть ганаш. Набираем ганаш кри трюфель, да, это от трюфеля есть ганаш. Вот этого фреймворка мы будем далее пользоваться. Зачем я вам трюфель показал? Это фреймворк на JavaScript. Наверное, чуть попозже JavaScript все-таки понятнее через Python. Есть клон этого фреймворка, поэтому далее нам вообще ремикс вообще не понадобится, потому что мы будем через фреймворки работать. Все-таки нам нужна среда VS Studio. Почему? Потому что нам надо будет разные языки программирования, либо, допустим, развертывать смарт-контракты, работать с Python, либо развертывать смарт-контракты, работать JavaScript и так далее, с любыми языками. И, как я говорил, писать заметки ранее в видео. Поэтому сейчас я это пока отключу в этой среде. Потом мы все это дело проделаем. И закрою пока вообще. А мы с вами сосредоточимся сейчас на чем? Нам надо установить с вами сейчас фреймворк, значит, то есть не фреймворк, а среду ноды. И там уже установить вот этот ганаш кли, то есть него. Опять же говорю, ребята, с которыми мы работали на spb-tu.ru, мы работали с нодой, но устанавливали там немножко посложнее ноды, да, и работали с JavaScript. Очень хорошо работать с несколькими языками, это очень важно. Что такое ноды, если простыми словами? Вот вы знаете же, каждый знает сервер Apache, да? То есть, ну там у нас есть сайт, написанный на каком-то языке, пусть, допустим, на Python Django, мы отдельно ставим Apache, и через него показывается сайт, то есть ответы сервера. Так вот, ноды, это считайте, если совместить, допустим, Django и Apache вместе, то получается вроде как что-то ноды, да? То есть это сервер, но в котором можно сразу и разрабатывать. Поэтому он развертывается как сервер, но при этом можем писать сразу приложение. По сути дела, пишется серверная часть. Так вот, давайте мы сейчас установим ноды. Урок, ссылка в описании будет. Я не буду набирать вручную, чтобы сэкономить время. Ссылка в описании на эту статью, здесь все есть. Поэтому мы с вами только проделаем, я установим ноды быстрым способом. Набираете, можете набрать ноды. И если Windows, скачайте себе для Windows. А для Linux мы установим. Для Linux сначала обновляем каталоги.
вводим пароль. Далее ставим Carl, там понадобится для загрузки. Это можно так пропустить, не то немножко скопировал. Ставим Carl. Смотря когда вы смотрите видео, я не зря вам сказал открыть нода, потому что вы тогда можете посмотреть стабильную версию. То есть LTS версия долгосрочной поддержкой 16 на данный момент. Мы ее будем ставить. То есть вот ссылка, только вот здесь правите 16x, если там, допустим, 18x, уже ставите мне 16-18. Нажимаете Enter. Скачиваем ноды. Следующий момент. Нам надо получить архивы. Получили. И оно сразу говорит нам, что вы можете ставить и разными способами. Мы самым простым поставим, просто тупо наберем sudoapt install node.js. Можно брать вот так, ну, по-разному. И ставим его. Теперь, если мы попытаемся установить какой-то пакет, нам не даст установить, а будет писать ошибки. Ну, например, npm – это пакет установки. Install, g-значок глобально. Ganache CLI. Нажимаем Enter. И видите R. Мы, конечно, можем установить, добавив sudo, но это будет неправильно. Почему? Потому что, ну, права. А почему так происходит? Потому что, если мы откроем другие места, компьютер, UGR, так, вспомнить, lib, и наберем здесь ноды. Мы видим вот папку ноды модулис, куда будут ставиться. И понятно, что к UZR надо sudo. А нам бы желательно перенести все это в домашний каталог. Вы просто тупо делаете с урока. Вот эти команды вводите. Я буду пояснять, но сейчас мы не занимаемся нодой, я просто хочу, чтобы вы настроили, чтобы у нас в домашней директории была эта папка. И чтобы устанавливались без sudo. Видите, написано, что не хватает прав. Можно, конечно, на права давать, но, наверное, это не очень правильно. Сначала вводим, проверяем. Давайте, это не важно, какой каталог. Ой, не то сделал. Сначала проверяем префикс. То есть, что у нас вообще будет показывать. Вот, видите, папка UGR. Ну, где мы смотрели. Вторым шагом создадим папку новую. Как видите, с точкой впереди, то есть скрыткой, и будет не npm global. Global. Создали. Все ставить в эту папку. Следующее. Добавляем, чтобы в bin запускалось. Bin у нас в конце, чтобы запуск у нас работал. И следующее, надо все это сообщить. Файл настроек bash. То есть, чтобы изменения были постоянными. Давайте попробуем теперь установить npm ganache
нашли, только забыли написать. И это install G, это значит глобальный каталог. Не G, а, ну да, глобальный каталог. Нам это надо глобальная библиотека, а если не использовать флаг, вот этот флаг, то будут ставиться пакеты в той директории, которая у вас открыта, локально. Давайте попробуем, посмотрим, чего там у нас происходит. Да, вот теперь поставилось без проблем. То есть все нормально. И мы можем проверить. Открываем домашний каталог. Показать скрытые файлы. Мы найдем наш каталог npm global, lib и наши вот модули. И в ней нашу библиотеку Ganache Cli. Давайте сразу установим глобально LMXD, пусть будет. Настраивать, может, позже будем. npm install глобально LMXD. До локального соединения ремикса. Ну, это предупреждение, это читать желательно, но нам сейчас нету часа. Так, поехали дальше. Вот, в принципе, теперь для того, чтобы, если мы наберем, допустим, Ganache Cli, то он у нас должен запуститься. Вот он запустился локально, и он нам будет помогать. Вот порт 8545 и адрес 127.1.1.1. И теперь, если мы откроем VS Studio, нажимаем, то есть вот этот наш значок, появляется root deploy, activate. Ой, надо убрать, а то я уже запустил. Так. Ctrl-C. Прошу вас не путать по порядку. Deactivate. Вот смотрите, когда мы запускаем run deploy, activate, то у нас появляется еще одно окно. Но я уже поправил, тут было так. 7545. А помните, при запуске у нас было 8545. То есть смотрите порт. Иными словами, давайте-ка мы сделаем так. То есть пока я деактивирую. Теперь я запускаю Ganache Cli. И вот запускается порт 127.0.0.1.85.45. Мне это и нужно. Открываю VS Studio Code, нажимаю Run Deploy, Activate. И вот у нас гадина. Что ж ты спешишь так? Так, ну вы поняли, короче. Вы поняли, что именно порт. Хотя этот спешит. Надо порт правильный. Вот что она запускается сейчас? Я не знаю, сейчас сказать, не разбирался. Ну, логически оно не должно. Вот, 7545, не, на тебе. Куда ж ты летишь? А, вот я нажал Disconnect. Здесь, чтобы было то, что у нас есть. То есть мы смотрим, да, наш адрес. Только пишем HTTP, не HTTPS. Сейчас пишем.
HTTP. То есть, по сути дела, нам надо было поменять одну цифру. Вместо 75, 85. Нажать Connect. Все сразу соединилось, то есть появилось. Либо Disconnect. Здесь можно поменять аккаунт. Здесь можно выбрать файл. Сейчас у нас один. Так, теперь я вам покажу то же самое, но уже на солидности, на основной. Здесь мне, по сути дела, нам терминал на самом деле, то может и не нужен. У нас есть терминал, поэтому здесь мы на основной машине повторяем Ganache Cli. У меня он уже просто установлен. Ой, ты чё, а? Я ж вроде ставил. А не, я удалял. Ну, то же самое делал, что мы с вами до этого делали. Поэтому думал показать, но потом решил, сейчас показал, видите, на Ganache Cli. То есть запустилось. Открываю. Мы уже не зависим от... Activate 85, please connect, нажимаем connect, network is local or custom network, то есть локальный или компили, deploy. Ну вот, все отработало корректно. Адрес есть, и есть рецепты, то есть функции есть, и есть выход. Пока нам это не надо, то есть здесь можем прочитать, это для ребят, которые, с которыми мы делали, борщ, то есть свекла, все это мы с вами делали, то есть оно здесь видно в командной строке. То есть также можно тестировать контракт, как вы видели. Опять же, можем подключать, как я говорил, и разные линтеры. Надо уже смотреть больше 0.7. Ну, это уже позже. Не будем тут заморачиваться. Сейчас наша задача была. То есть вот это второй способ. Мы его будем, возможно, еще использовать. Кому ремикс не нравится. Но теперь у нас, по крайней мере, появилась возможность работать в определенной директории и уже создать здесь документацию и потом прогонять дальше. Ребят, от ремикса мы потом, я говорю, вообще откажемся, будем тестировать только в фреймворках. Поэтому на данный момент, как вариант, это неплохой. Все, пока. Да, сайт для новых. То ссылка в описании, трог будет открытый, почитайте и там просто вот то, что мы делали, проделайте, да, вот, чтобы не терять время тупо.